Привет, друзья! Вот и пришла осень. Посмотрим, есть ли хорошие товары на барахолочке. Может, как грибы после дождя стали расти. Наливайте чаёху и погнали. В основном-то здесь как прошлогодние грибы. Где новые? Для геймеров из прошлого, да? А почем приставка? 350 за весь комплект. Шкатулочка, да? Да. Сколько вы говорите? 30. За 20. Давай за 20. С почином. Чтоб мене на кофе готов. Спасибо. Водку не бьют. Видите, вот такие интересные предметы можно найти на барахолке. Да и всего за 20 гривен. Знаете, что это такое? Пишите в комментариях. А вот здесь вам цена. Последние проданы. Нормально? Футляри интересные. Гриб какой-то, читак. Нет, не то, что мне надо. На первый взгляд. Ну да, такие не нужны. Открывашка. Без подставки, да? Жалко. Вот куда разрослась барахолочка, да? За эпицентр. В основном в этой части барахолки продается, конечно, вот такой схламец. Никому не нужный. Не, ну, конечно, кому-то нужны. Но среди этого всего можно найти коробочку, потому что я ее нашел примерно вот там. Вот и бритва. Кто-то спрашивает постоянно бритву. Ну, ничего интересного. Мобильные телефоны ящиками продаются. И часы тоже в ящиках. Еще много другого товара в ящиках. Красота, да? Он такой корабль такой. Интересно, сколько стоит. Так, смотрите. Одесса. А сколько такой кораблик? Где-то гривен 400. 100 гривен. Я погуляю. Еще хочу вас спросить, сколько вот за две? Думаю, возьму за 100 гривен. По 1000 гривен. А нет, они новые. Какой выбор, да? Очки, часики. Тебя почем? Я под 1000 отдаю. Батареи к маленькому. А батареи почем? По 2500. Ну, тут Победа завалялась на запчасти. Ага. А это что такое хитрое? А это для тату-машин. Сколько стоит? 200 гривен. Тату-мастера. Кому надо? Чуть подгуляли. А такие почем? Эти 800. Это на ремонт.
А вот какие красивые. Я был рыбачил? Без понятия. А такие красивые почем? 4. Выглядят симпатично. Да, такая форма интересная. Шкатулка такая симпатичная, да? ПФСИ 100 гривен. А вот какой мужчина, лянь. Почем такой мужчина? 70. Я сдалека увидел эти штуки, блин, подошел, думал, это, короче, телефон какой-то такой, это микрофон, а это, оказывается, светильник. Может, все-таки не зря подошел, а? Сюда. Там часики какие-то надыбал, сейчас гляну ближе. Копия Панерая. Работает, не? Ну, так и точно. Точно. А сколько стоит? 800. А 500 не пойдут? Для подписчиков бы взял. Ну, хотя бы 650. Ладно, вы пока подумайте, если не продадите, я позже приду. Хорошо. А то я утром не поспешил. Если честно, не кривя душой, я хотел 1000. Мужик полчасова подходил и говорит, это 750 даю. Я ему не отдал, я 800, уже 800. Ну, может, он еще вернется, продадите ему. Я тоже думал, лянь, просто клондайк ножиков, да, таких? Один на другом. А это просто открывашка, да? И почем стоит открывашка такая? Так и везде открывашка 100% просто. А есть без этих, вот, прямая. Без этих, то 300, то 400. А большой почем? Со штопором? 1000, да? А морячки почем? Еще вон такие таблички. А таблички у тебя почем с техникой? 300. За... А, каждая, да? По 300 или за все 300? Не ржавейка. По 300. А, по 300, да? Это ручная рубрика. Если все заберете, то по 200. Смотри, сколько интересной техники. Что это такое? Вы знаете, что это? Я не знаю. А что это такое? Там даже камера есть черно-белая. Видите, да? Сколько? Кто знает, напишите, что это. Может, это очень нужная вещь, а я не знаю. На всякий случай спрошу, сколько стоит? Всего-навсего, да? И разбираюсь, что это такое. А какой прикол еще есть? Старые Siemens вставлялись в камеру. Ну это да. Куча иродов. Завтра будете? Вообще? Нет. Нет? Только в субботу, да? Не, вообще раз в год. Жалко, завтра вот это все посмотрят. Завтра дождь попадет. Я бы даже в дождь бы поехал, чтобы все продать. Посмотрим. Тимоха набрал игрушек. Почем? По 10 гривен. А продашь почем? 40. Ну. Часов нанесли, вот такие поставлю в группе по продажу, такие 0,
механическая отливка мужского головы. Что тут у вас товара так маловато? Почему картриджи? Картриджи поставлены. Или я к вам уже поздно пришел? Да. Трошки разобрали. Вот где выбор, да? Смотри, сумка какая. А почем планшет такой ваш? 3000, да? 44-й год, а там 3... В курсе, не хочет отдать дешево. Для карты 43-й. Будем искать, где кто что недооценил. А почему та бутылка? Бутылка. Вот это полная с монетами. Не буду. Там 1000. Там 1000 за полторы, да? Да, еще я вот такие. Все пока, заходите. Нам бы 1000 за 500, а за полторы то дороговато. Сплошные украшения. Ну вот кто собирает киндеров. Гляньте, тут для вас какой клондайк просто. Да, спасибо, да. И здесь тоже открытки. Детская кинокамера. Это не заводили, кипит барахолка, кипит. Все ж продается, да, на каждый товар есть свой покупатель. Кто-то выбрасывает, кто-то продает то, что выбрасывает. Круговорот вещей в природе. Я маю на увазі, у вас взяли, у мене не взяли майже нічого. А сколько такая стоит? Це перечекан Петровский, 700 гривень. А подтяни поближе, я гляну. Вот они ближе. Посмертный Марк, по-моему, Аврелий там его. На огороде после картопли, да? Нікому не даю лазити. Це яка область? Київська, це Київська. А що у вас за прибор? Найшов це свіжим, все вдупляю. А те про, говорить. Була Аська 250. Красота. От 500 до 5000 гривень. Вот мне подарили сувенир. Порядка. 35-й год. Спасибо. Все без свастики. Вот и попробуй в таких залежах что-то отыскать, да? Какая табличка интересная. 40 лет ВДВ. А сколько стоит такая? 700. Не, силумин обедненный просто. Просто омеднённый. Сколько вы говорите? 700. За 500, не? Нет. А за 600? Я бы за 600 и ещё в 5 утра отдал. А вот, походу, тот же мазь. Я? Не. Я просто покупаю. У Васи иногда покупаю. Смотрю, такие же работы. Раз это делаете вы, значит и Васе вы делаете. Не, давно не сделали. Скупка, по скупкам, по дешевке, а потом свой процент добавляете. Ну да, у нас у каждого свой бизнес. Все по 80 за грамм, да, или как?
или разные цены? Ну, от 80 до 100. Пряжка. Вот моя последняя работа. Красотища. А завтра здесь будете? Нет, я не буду. Я по субботу. Красивые. Это последний раунд. Камни не мои, поэтому. Натуральные камни. Вещь редкая, уйдет. Красивые, красивые. Капы делают, они... А вы примерно здесь бываете? Ну где-то в этом районе? Я первый раз здесь. А? Я здесь первый раз. Думаю, что буду здесь стоять. Где-то здесь, да? Нет, именно вот. Я понял, где-то вот. Вот тут и с этой стороны. Ну да. Я только что пробил ее, короче, ну, 53-го года. Все, табличка ушла. Кому надо, можете в комментариях написать. Атмосфера барахолки, да? Блядь, а теперь мне тоска. О, теща, ну это какая-то добрая, блин. Видите? У вас какая добрая? А тут, блин, сколько сокровищ, блин, по коробочкам. Ты шо? Только бери и выбирай. Почему такая сутка? Так идешь, идешь, смотришь, да? Раз какие-то, блин, сережки. И потом давай там, блин, смотреть ближе. Ага. Не то. Ложим на место. А это что такое? Это уже пластиковое, современное искусство, да? Думал, блин, бронзовая, хорошая. Короче, купил я ее за 20 гривен. Вот они, гляньте, какие объективчики. Новые, пожалуйста, всего по 100 гривен, да? Да, здорово. Вот кто найдет теперь, где их купить, блин, да? Новые в упаковочках. Ух ты, юперный билет. Вот там. Опа. Раз, ложечки. Серебряные, думал, может серебряные. Все не серебряные. Ну да. Не видно клей. Самое интересное, тут трактор копает, а там стоят машины. И не думают выезжать. Интересно, как они потом оттуда выберутся? Непонятно. Вот они где, блин, машинки. Машинки. О, а шкатулка, то ли там человек спрашивал шкатулку. Что-то я ее не вижу. Да? Здравствуйте, Андрей. Здрасте, здрасте. Смотрите, смотрим вас. Да на что вам надо? Потом ходите по барахолке, деньги тратите. Так мы проехали сейчас в Сумской области. Ого. Вас уже шукаем давно. Что, кто спрашивал шкатулку, вам не повезло. Ее уже нет. Походу нету давно. Пара ложек. Не серебряных, да? Серебряных. Серебряных? Серебряных. Ух ты, даже серебряных. Думал, отдаст недорого. А он сразу серебряный. За 15. Без коробки. Да. Коробка, короче, что-то там тоже. Ну, 20 чем-то вышло. Игрушки. Это переписка. Часы просто, блин, вот коробками на запчасти.
видимо. Ножик затесался. Что, ты фантики скинул? Блин, нет еще. Нет еще, еще на паузе. Вот эти он взял, вот смотри, какие есть. Турбо пока на паузе, не разговаривай. Зашел я уже на ту часть барахолки, где стоит наш дед, которому мы бороду растим. Вот не знаю, на месте он или нет. Ой, на месте, да? Скоро будет Дед Мороз. Надо ему под это самое, подрастить бороду. Давайте подрастим, да? Смажем, чтоб лучше росло. Как вам тут сидится? Ух ты, какая борода, да? Ну я это самое, я не был на той недельке, да? А вы меня ждали, наверное. Да. Да? Еще и как. Спасибо. Я с компенсацией за прошлую неделю. Я понял. Скоро спасибо. Новый год, да, у нас будет свой Дед Мороз. Да, не надо? Друзья? Дед Мороз? Я уже хотел смотреть. Не, ну вы ж помните, пока борода есть, мы ее смазываем, чтобы она росла хорошо. Хорошо, Андрюшенька. Ну хотя бы до Нового года давайте посмотрим, какой с вас получится Дед Мороз. Понял. Да? Да. Так что, друзья, Дед Мороз шикарный, да? Так что приходите к деду, у него есть тут товары, может купите, что может просто поможете. Дед Мороз, блин, отменный, да? Красавчик, красавчик просто. Настоящая борода. А вот какое творчество шикарное. Какой оригинальный стол. И выбор, да? Просто шикардос, друзья. Вот завтра прям после видео приходите и выбираете, что вас интересует. И вот тут рядышком тоже фарфора. Видите, сколько много? Прекрасно, только я тогда хочу голландию. Кто-то хочет посчитать. Патефончик нечастый, да? С трубой, видите? 8000 как раз. Неплохое такое состояние у него. Микола. Почем Микола? 800. Ну вот браслет. Но он же в руку туда, рука туда не засунется. Ну он же как-то должен открываться. А что, не открывается? Нет. Ну, у меня не открывается. Может, у тебя... может, надо слово волшебное знать? А, то есть он только сужается, да? Значит, это как с туфелькой надо Золушку искать. Да. Чья рука войдет, да? Та и принцесса. А может это на ногу одевается вообще? Ну на ногу, я думаю, блин. Я думал, это хомут у тебя лежит, понял, на трубы. Ну да, похоже. Но сердечки же не идут на хомута. Бутылочки, открыточки. Крышечки. Странно, тех петухов берут, да? А этих, блин, целая коробка. То петух, и это петух. А, только Зеленскому подарили петуха. Лучше бы такого подарили, таких больше. Вот, пожалуйста. Иконки. Все, что хочешь, руй.
Выбирай. Привет, Андрей. Привет, привет. Смотрю, ты опять приехал, да? Да. Сезон есть. Подошел. Да. Как успехи? Да, ничего. Есть. Трудимся. А запонки вот эти почем на весах, которые? 700 гривен. 700 гривен, да? Угу. Красивые. Участки желтые есть, вот такие, не надо никому. А сейчас посмотрим, что тут где есть. О, какие часики. А часики почем? 29. 15-7 грамм. 15-7. Автоподзавод. Рабочий в идеале. Кто-то спрашивал. Пишите, друзья, кто спрашивал. Сколько ты сказал? 29. 29. 15,7 грамма вот на паспорте написано. Паспорт, что есть они новые. Все родное, лежали там. 79 года пролежали, не носили 40 чем-то лет. Вот Артем со Славянска пожаловал в Киев в гости, да? На барахолочку. Смотри, сколько тут всего. О, сейчас посмотрим. Даже тортики есть. Это подарок будет, вот часы золотые купят, тортик подарок. Да, вот часики. Полетик 15,7, да? 29 тысяч. Завтра будешь? Да, здесь. Здесь? Не на нивках? Да, здесь. Да, здесь. На нивках товара. Потому что видео завтра, мало ли, может кому-то надо. Рог. Ручки. Все, что хотите. По 30. Угу. Фотоаппараты, часы, все, что хочешь. Я вот такую купил, надо ее отдать, почистить, посмотреть. Вот она через раз работает. Так симпатичная, такого чуть-чуть ржавчинка. Это я не на барахолке купил, это у подписчиков. Приведем в порядок пушечки. О, видите, там уже закопали, поэтому машины выедут спокойно, блин. Быстро делают, да, сейчас? Раз и все. После обеда могут выезжать. А я-то переживал, как же они оттуда выедут. Вот как так? А в конце дня что-то больше товара, а? Подкупились? Я сегодня находился, блин, даже на эту часть барахолки не попал. Наверное, на эту часть попаду завтра. Еще можно посмотреть по пути до автомобиля, что еще продают интересного. Сереж, это... Видите, из чего приходится выбирать. Пылесос просто шикарный. Сколько стоит? 500 гривен. И цена шикарная. Я знаю, что вот этот чертик вроде прикольный какой-то. Не ломаный? Не. Маленький. Ну, тут какой Восток. Типа. Для подписчиков встретили уже на выходе. Вот так я. Секундомер. Чертик, часы. Да. Ух ты! Ручек. Голова. Ну, это все Китай. Вот только ну, что вот секундомер. Вот это. Ну, да. Ну это, наверное, пока я его вез, кстати. Не, он склеенный, да? Видишь, конечно. Вид
Не, ну может оно само склеилось, пока не стремилось. Не знаю даже, что за это предложить. Чертик. За секундомер я предложил 500. А вот чертик. Не знаю. Маленький, небольшой. То большие есть такие на руку. Целый? Вроде целый. 300. Хорошо. Итого 800. Да, откладываем на раз. Там чуть-чуть Тимоха забрал на 270 гривен. Вазу такую. И вот такого зверька. У него отбита лапа. А нет, это же я туда положил. Не, я не веду. В конце подписчик продал, да? Встретился по дороге с ним. Работа. И вот почем я выставил. Также чертик. И клочки лянда. После того, как я его отмыл от барахолки, смотрите, даже на лицевой части ничего не осталось, да? Красота. Это черненькая, оказывается, была грязь. Вот, смотрите. Вот он. Вот почем я его поставил на eBay. Красавчик. Так что, друзья, вот такие мелочи приятные можно найти на барахолке. А вы что находили интересного на барахолке за совсем сравнительно небольшие деньги? Пишите в комментариях. Вот такая. Как там кто-то написал в комментариях, коробочка с тещей, да? Или со свекровью? Вот такая, друзья, сегодня барахолочка. Если в вашем городе есть барахолочка, хорошо, вам повезло. Ну а если нету, заходите в группу в Telegram Антиквар от Антиквар ТМ, ссылка под видео, и покупайте там. Если хотите что-то продать, можете присоединиться и торговать. Что я купил сегодня на барахолке, вы видели. Такие сегодня покупки. В следующий раз, возможно, будет лучше. Все, пока. До новых встреч, друзья.